друзья, вот знаменитый мост в Тбилиси через реку Кура. И, ну, этот мост по-разному кто-то как-то называет, то есть кто-то его называет мост мира, в принципе, хорошее, отличное название. Кто-то называет его так, в виде прикола, типа это прокладка, always, что-то в этом роде. Но на самом деле, вот если подойти поближе, действительно смотрится очень красиво и впечатляюще. Сейчас у нас 31 декабря в Тбилиси, 31 декабря, то есть можно сказать предновогодний день. День солнца, и я вот решил посетить, заценить этот мост. То есть вообще основной вход там, конечно, но так как я непосредственно с набережной, то поднимусь вот здесь вот так вот сбоку. Вот такое вот у меня получается новогоднее путешествие. То есть действительно здесь сейчас такое солнце, что нужно достать действительно вот очки и по ходу дела пользоваться солнечными очками, да, потому что, ну, пока в ваших городах там сейчас серо, какие-либо там облака, пасмурно, здесь в Тбилиси 31 декабря я вижу очень яркое солнце. Поэтому путешествую дальше. Сейчас я зайду на этот мост и посмотрю, что там дальше непосредственно уже на нем. Кстати, да, всех с наступающим, либо уже наступившим Новым годом. Ну, мост впечатляющий, хороший. То есть такое ощущение, что вообще вот этот подъемник, он может быть как эскалатор. Да. И получается, вот я непосредственно уже на мосту. Люди с одного берега на другой. По-прежнему в Тбилиси солнечно. Вот там такие вот. Ну и сам вот мост. Достаточно здесь так хорошо. Ветрено, то есть, ну, шляпа у меня хоть привязана, но всегда ветрено как-то. Ну, это, тем не менее, все-таки 31 декабря, и скоро Новый год, что поделать, это зима. Хотя, как можете обратить внимание, снега вообще практически нигде нет. Ну, только если привал Казбек, когда он там падает. Последний день 2015 года. Мне очень повезло, что именно я здесь попадаю 15-й год и встречаю Шутанку. Хоть это символично, но вообще Тбилиси очень душевный город. И здесь классно, здесь классно. Ну, я здесь был в апреле и в мае. На 1 мая здесь было вообще просто супер. Вот. И скоро 1 января. 1 января. А что, вот такие вот путешествия, друзья, пишите комментарии, ну и также, ну, прямо здесь хочу сказать, что каналу на YouTube требуются помощники для технической обработки видео и для также, ну, более развития канала на YouTube. Будем работать вместе, будет все интересно. Да, здесь красиво, согласитесь, то есть такой. Ну, как и называл бы этот мост, но это правильно. Как минимум хорошо, что вот он такой существует. А там солнце, оно не заходит, не исчезает. Я вижу сувениры новогодние, машины едут. Вот здесь, видимо, какой-то ресторан или что-то развлекательное. Тбилиси, всячески будет тут классно, абсолютно не пожалеете, и, ну, тут действительно душевно, то есть вот люди гуляют, ходят, да, ну, можно обратить внимание, ну, здесь здорово, всем привет!